Сегодня вы узнаете. 18 тысяч солдат и офицеров отправила Россия в апреле 1916 года на помощь обескровленной боями Франции. Как сложилась судьба наших соотечественников, воевавших под знаменами союзников? Русский легион – малоизвестная страница истории. Кто такие младые адвокаты и какова их роль в политических процессах в России на рубеже 19 и 20 веков? Почему это время называют серебряным веком русской юриспруденции? Старинный немецкий городок Трир, родина Карла Маркса, философа, экономиста, автора теории, которая в 20 веке послужила основанием для революции и создания государства СССР. Но кто он на самом деле? И какие смыслы вкладывал в свои труды? Что стало причиной начала русско-турецкой войны 1877-78 годов? За что Болгария благодарит Россию и как события далекой войны сохраняются в памяти двух народов? Малоизвестные страницы истории, отраженные в храмах-памятниках. Может ли археология стать частью современной культуры? Оказывается, да. Пример тому – Зачатьевский монастырь, в древних стенах которого находится одно из самых современных музейных пространств. Как это стало возможным? . 1916 год. Европа охвачена войной. Войска Франции после битвы при Вердене обескровлены и с трудом сдерживают наступление немцев. 20 апреля в порт Марселя прибывает флагман «Латуш-Тревиль», на борту которого более 10 тысяч солдат и офицеров русской императорской армии. Между Россией и Францией, странами-союзниками, был подписан договор, согласно которому Россия в обмен на поставки вооружений и боеприпасов отправляла во Францию экспедиционный корпус. В общей сложности это около 18 тысяч человек, которые должны были сражаться в Шампани. Как сложилась судьба наших соотечественников, воевавших под знаменами союзников? Документов, проливающих свет на историю русского экспедиционного корпуса, сохранилось крайне мало. Полных списков легионеров нет нигде. Известно, что первая бригада под командованием генерал-майора Николая Лохвицкого пробыла в Марселе всего 3 дня. 23 апреля солдаты офицеров отправили на передовую защищать форт Пампель, расположенный в 8 километрах к юго-востоку от Реймса. Почему форт Пампель? Потому что это была ключевая позиция системы обороны Реймса, стратегическое значение которой было огромным. Немцы были ошеломлены, обнаружив в форте Пампель русских солдат. Они решили, что у них появилась возможность завладеть фортом, поскольку русские не были привычны к окопной войне. Первое массированное наступление немцы предприняли 5 сентября 1916 года. В ход пошло все – и атаки пехоты, и артиллерийские и минометные обстрелы, бомбардировки с воздуха и даже газовые атаки. В течение всего дня было 5 последовательных атак, ни одна из которых не увенчалась успехом. Русские устояли, и немцы были вынуждены отступать с боями, понеся большие потери. Это была первая крупная победа русских на французском фронте. Но за победу пришлось заплатить немалой кровью. Документы свидетельствуют, что в 9-й роте 2-го особого полка из строя было выведено 2/3 личного состава. 16 октября первую бригаду на передовой сменила 3-я, недавно прибывшая из России. Солдаты этой бригады привезли во Францию живой талисман – молодую медведицу по имени Мишка. Мишка, которая тоже была на передовой, спасала свою жизнь, пряча морду в снег, когда начиналась газовая атака. В конце войны талисман медведицы Мишка была передана русским легионом чести ботаническому саду в Париже.
где она мирно закончила свою жизнь, полную воспоминаний. Почти год 1-я и 3-я пехотные бригады русского экспедиционного корпуса, сменяя друг друга, защищали Реймс. А затем в Российской империи случилась революция. Император отрекся от престола. Русские солдаты и офицеры, воевавшие во Франции, оказались в сложном положении. И мы обнаружили... Наблюдалось два разных отношения. Первая бригада находилась под влиянием большевистских идей, так как туда набирали преимущественно рабочих, в то время как третья бригада, набранная по большей части из крестьян, оставалась верной военному командованию. Это привело к тому, что экспедиционный корпус перевели с фронта и разместили в лагерях отдыха, в частности, в Ла-Куртине, в центральной Франции. В сентябре 17-го в лагере Ла-Куртин вспыхнул мятеж. Солдаты 1-й и 3-й бригад, объединенных в особую дивизию, отказывались воевать и требовали немедленно вернуть их на родину. Мятеж был жестоко подавлен. Судьбой солдат русского экспедиционного корпуса распорядились французские власти. Большая часть, поскольку не было возможности отправить их обратно в Россию, вошла в состав французских организаций, работавших в помощь фронту. Они трудились в лесных хозяйствах, на заводах, фермах и получали за это жалование. Зачинщики мятежа были заключены под стражу и отправлены в лагеря в Алжире, в Северную Африку, чтобы не допустить проникновения революционных идей в другие подразделения. Ну а тот, кто остался верен присяге, вступил в ряды французской армии. Так образовалось новое воинское подразделение «Русский легион», солдаты которого в сентябре 18-го первыми прорвали линию Гинденбурга, которая считалась неприступной. «Русский легион» воевал до самого конца войны и за доблесть и мужество был назван союзниками «Русским легионом чести». В честь победы был большой парад на Елисейских полях в Париже. Разумеется, русские, которые были лицами без гражданства, не могли на нем пройти строем. Они больше не представляли Россию, и их французские братья по оружию предложили им пройти рядом с ними, надев французскую униформу. И таким образом русские сумели принять участие в параде победы. Из 18 тысяч русских солдат и офицеров, воевавших во Франции, на полях сражений осталось лежать больше половины. Их могилы разбросаны по всей Шампани. Самое большое военное кладбище находится недалеко от Мурмелона. Там покоятся около 1000 наших соотечественников. Это о них писал маршал Фердинанд Форш. Если Франция не была стерта с карты Европы, то только благодаря мужеству русских солдат. Конец 19-го, начало 20-го века в России, отмеченное резким ростом политических судебных процессов, стачки, крестьянские бунты, политические акции. Страна стремительно катилась к революции. В июне 1904 года был принят закон, по которому многие преступления против государства приравнивались к уголовным. Наказания по политическим статьям стали значительно суровее. Безусловно, революционеры использовали судебные процессы как инструмент агитации, но все-таки они нуждались в защите. И они получали защиту, самую лучшую.
На рубеже веков 19 и 20 возникло уникальное явление в жизни юриспруденции, правовой культуры России, которая получила название «Молодая адвокатура». Это было неформальное объединение. Оно нигде официально не было зарегистрировано и держалось только на общем желании помочь, да, там, рабочему классу, крестьянам, впоследствии деятелям политических, общественных движений. Среди тех, кто встал на защиту лишенных возможности защищаться, были юристы, имена которых впоследствии прогремели на всю Россию. Многие из них стали знаменитыми адвокатами, членами Государственной Думы, министрами Временного правительства. Это Николай Константинович Муравьев, это Николай Константинович Тесленко, это Ходосевич, Михаил Александрович Ходосевич, брат знаменитого поэта Серебряного века. Это Малентович, будущий последний, кстати, министр юстиции Временного правительства. Да, и, конечно же, Маклаков, Василий Алексеевич Маклаков. Вот, вот это московская пятерка, выдающиеся имена, ну, громкие имена впоследствии. А пока это были вот молодые адвокаты. В Петербурге интересы угнетенных представляли Александр Зарудный, сын отца судебной реформы Сергея Ивановича Зарудного, Николай Соколов, братья Беренштам. В числе молодых адвокатов оказался и Александр Федорович Керенский. На своем первом процессе в Ревеле он был помощником присяжного поверенного, стажером при опытном адвокате. Они защищали восставших крестьян, которые разгромили баронские усадьбы. Денег с подзащитных на подобных процессах молодые адвокаты, конечно, не брали. По сути, это была чистейшая благотворительность. Те деньги собирали. Собирали меценаты, как правило, помогали. И, кстати, Сава Морозов принимал определенное участие через Горького. Такая бурная деятельность не слишком нравилась старшему поколению адвокатов. Далеко не все разделяли убеждение в том, что каждый человек, независимо от социального и материального положения, имеет право на защиту. И все-таки поддержку молодые адвокаты получили. На самых первых процессах молодым и в прямом, и в переносном смысле адвокатам оказывал помощь мэтр российской адвокатуры, митрополит, как его еще прозвали, Федор Никифорович Плеваков. Он участвовал, в частности, на нескольких процессах. Может быть, он не выступал столь горячо и эмоционально, как его молодые коллеги, но он вел за собой. И он сам признавался, он очень полюбил этих молодых адвокатов. Он считал их очень талантливыми, очень, ну, честными, вот, с точки зрения профессионализма, этики. Работа молодых адвокатов не ограничивалась столицами. Как метеоры они разъезжали по всей стране. Тверь, Воронеж, Саратов, Харьков, даже Якутск. Отовсюду шли просьбы о помощи, и они помогали. Такого не было ни в одной европейской стране, и даже в Америке. Они буквально никогда не бывали дома. А Николай Константинович Муравьев, он даже придумал из первых букв имени, отчества и фамилии оригинальное обращение к нему. Ни Николай, Ко Константинович Муравьев. Получается, никому. И вот на конверте вот это никому. Почему? Потому что дома его, собственно, никогда и не было. Он всегда был вот как карета скорой помощи, которая носится, как образно сказал Грузенберг, по хлебам российской юстиции, вот оказываясь там, где вот в тот момент им необходимо. И, конечно, под опекой молодых адвокатов оказывались политические. Ведь, казалось бы, цель у них одна – защита угнетенных. Социал-демократы сохранили вот свои ряды, кадры свои сохранили максимально и пришли в революцию, ну, не потрепанные, скажем так, вот царской юстиции. Все ключевые фигуры, и Троцкий, и Ленин, Зиновьев, и Мартов, все они были в обойме, или, скажем так, вот в эпицентре Великой Российской революции. Поэтому, вот, казалось бы, они должны быть благодарны адвокатам. Однако сами социал-демократы так не считали.
Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы. Будь только юристом, высмеивай свидетелей обвинения и прокурора, самое большее противопоставляя доки суд и суд присяжных в свободной стране. Но убеждений подсудимого не касайся, ибо ты, либералишка, до того этих убеждений не понимаешь, что даже хваля их не сумеешь обойтись без пошлостей. Так писал Владимир Ленин в тюрьму товарищам. Ну а когда большевики пришли к власти, нужда в защитниках и вовсе отпала. Часть молодых адвокатов покинули страну, эмигрировали, а часть, те, которые остались на родине, они продолжали служить закону, как они это понимали, служить справедливости. Жаль, понимание закона и справедливости у новой власти несколько отличалось от традиционного. Политические и судебные процессы в СССР проходили по принципу «обвинен, значит виновен». Роль адвоката в таком процессе была формальной, а когда в ход пошли судебные тройки, и эту формальность упразднили. Старинный немецкий городок Трир. В 1818 году здесь родился Карл Маркс, философ, социолог, экономист, автор фундаментальной теории, которая в 20 веке послужила основанием для революции и создания государства СССР. Фраза Ленина, против которой Маркс категорически бы возражал, «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». С этим Маркс непременно бы поспорил. Спор великих личностей не состоялся, зато более 70 лет учение Маркса с прибавкой «ленинизм» правило умами и судьбами миллионов людей. Мы нагрузили его фигуру дополнительными теологическими смыслами. Мы сделали из него, так сказать, икону. Этого делать не стоило. Каким же был Карл Маркс на самом деле? Его соотечественники до сих пор ищут ответ на этот вопрос. Трир закономерно называют Северным Римом. Когда-то город был частью огромной империи. Его история насчитывает более 2000 лет. Одно из античных сооружений, сработанных еще рабами Рима, Порта-Нигра, Черные ворота, самые высокие из где-либо сохранившихся. Это символ города, свидетель великих эпох и великих перемен. Маркс вырос в мире, где все знали, что ничто не вечно, что великие империи вырастают и исчезают, общества появляются и уходят. И потому естественно, что он наблюдал происходящие изменения с большим вниманием, особенно изменения своего времени. Маркс – значительный мыслитель. Он довольно много рассказал нам о разрушительных силах, которые есть в современном мире, и о причинах, порождающих эти разрушительные силы. Впрочем, большинство жителей города совершенно не склонны разделять мнение ученых. Его здесь представляют скорее как какого-то сумасшедшего бородатого революционера, который бегает по Европе с факелом и с вилами и призывает убивать всех богатых и отбирать у них имущество. Вот и 4-метровый монумент, подарок Китайской Народной Республики городу в честь 200-летия со дня рождения Маркса, не вызвал энтузиазма у обывателей Трира. Это еще раз показывает, что фигура Карла Маркса, она до сих пор вызывает самые оживленные споры, самые противоположные мнения. Понять это можно. Население Западной Германии не штудировало учебников по марксизму, не сдавало партминимума и, главное, продолжает жить при капитализме, несмотря на теорию Маркса о его неизбежном переходе к коммунизму. Мне только кажется, что с возрастом он все больше сомневался, наступит ли такое будущее и такой коммунизм, какими он представлял себе их в молодости. Он никогда не выдавал свои мысли за непреложную истину. И прежде всего, он не был основателем идеологии. Он принадлежал к традиции критической мысли эпохи Просвещения и европейской научной мысли XVIII-XIX веков.
Справедливости ради надо сказать, что все-таки многое в Трире напоминает о великом земляке. Узнаваемый абрис мелькает то на пешеходном переходе, то в витрине сувенирной лавки. А в доме, где философ появился на свет, открытый музей и выставка. Проходите, пожалуйста, со мной в главный зал этого дома. На этом месте Карл Маркс родился 5 мая 1818 года. Вы видите здесь алков, где он родился, помещение в помещении. Тогда здесь не было двери, там была стена. Большое количество экспонатов вполне удовлетворит любопытство тех, кто хочет узнать что-то новое и важное об этом человеке. Он получил прекрасное классическое образование. Он учил такие языки, как латынь, греческий, французский, учил историю, ну и естественные науки. Исследователям трудов Маркса значительно усложняет жизнь то, что у него был сложный почерк, и писал он на многих языках, кроме, пожалуй, русского, хотя изучал его. Карл Маркс был абсолютным противником царского самодержавия. Он был одержим, так скажем, идеей, что Россия – опасная страна. Парадокс, ведь именно в России теории Маркса были восприняты как безоговорочное руководство к действию. Что же касается Трира, то здесь заинтересованы в том, чтобы значение этой фигуры осознавало сегодня как можно больше людей. Он был очень интересным человеком. В нашей экспозиции мы все время подчеркиваем, что он был одним из последних универсальных ученых. Это видно в его трудах, в том, что он сам написал. Трир занимает в судьбе Карла Маркса не так много места. Он жил здесь первые 17 лет. Но именно в Трире прошло становление этого пытливого человека. А дальше были Бонн, Берлин, Париж, Лондон. Впрочем, его мировоззрение определила не география, а быстро меняющийся мир. В то время в салонах играли в игру «Признание». Его дочь Женни составила вопросы друзьям и семье. Она спрашивала у Маркса и Энгельса, какой у вас девиз. Маркс ответил: «Необходимо во всем сомневаться». Он имел в виду не отчаиваться, а задумываться о причине, такой ли мир, каким кажется. Наш цифровой век развивается с такой же скоростью, с какой в то время развивалась промышленная революция. И вопросы, интересующие нас сегодня, интересовали и Маркса. И, конечно, многие из его идей устарели. Но в то же время мы до сих пор не нашли ответы на целый ряд вопросов, сформулированных им. Поэтому мы, так сказать, хорошо подготовлены, чтобы заново заняться вопросами, ответы на которые он искал. Карл Маркс считал, что бытие определяет сознание. Своими теориями он повлиял на жизнь всего человечества, изменив ход мировой истории. Но настоящую роль философа из Трира и значение его идей нам еще только предстоит разгадать. Русско-турецкая война 1877-1878 годы. Эти две церкви – напоминание о ней. Одна в болгарском городе Батак о ее начале, другая в пригороде Стамбула Сан-Стефана о ее последних днях. Эта война случилась в позапрошлом веке, но ее отголоски долетают и до наших дней, открывая
малоизвестные страницы истории. Эта уникальная папка с надписью «Константинополь, Сан-Стефан, декабрь 1898 года» хранится в Государственном историческом музее в Москве. Открывая папку, мы видим серию акварелей, исполненных художником Сафоновым. Мы видим кают-компанию, где за столом во главе с Николаем Николаевичем сидит весь цвет русского офицерства и русской дипломатии. Великий князь Николай Николаевич-младший, весь цвет русского офицерства и дипломатии ехали на освящение русского храма на турецкой земле. Художник зарисовывал это путешествие. Это был 1898 год, 20 лет, как закончилась русско-турецкая война. Очень много войск погибло, солдат погибло в последней битве этой войны, битве вот у местечка Сан-Стефан, это предместье Стамбула сейчас, а это был Константинополь. И по случаю этого, в общем-то, трагического события под Стамбулом был заложен русский храм. Огромная церковь, которая строилась по проекту архитектора Суслова больше 10 лет. И как раз в декабре 1998 года было назначено ее освящение. Храм – усыпальница. Более 5000 воинов было захоронено вот в подклете храма. Уникальное изображение. Храм-памятник по проекту архитектора Владимира Суслова был выстроен из гранита. Три яруса возвышались на 46 метров. Купол храма напоминал собор Василия Блаженного. Здесь, в Сан-Стефано, 19 февраля 1878 года был подписан мирный договор. Закончилась русско-турецкая война. А начиналась она с трагической истории, связанной с другой церковью. Это простой каменный храм Святой Недели в болгарском городе Батак. Он построен жителями города еще в 1813 году. Здесь покоятся останки жертв страшной трагедии. 21 апреля 1876 года православные жители Батака восстали против османского ига. 10 дней Батак был свободен от 21 до 30 апреля. 10 дней Батак был свободным с 21 по 30 апреля. 30 апреля город окружили 5000 головорезов башибузуков. 2 недели отчаянных сражений, последняя крепость, церковь. 2000 беспомощных женщин, детей и стариков пытались укрыться за ее стенами. Но турки обложили храм соломой и подожгли. В Батакской резне погибли 5000 мирных жителей. Совсем немногим удалось бежать, укрыться в лесах. Именно эта трагедия послужила одним из поводов к началу русско-турецкой войны. Россия поспешила на помощь единоверцам. Тушаването на восстанието в Батак е било наистина много жестоко. Подавление восстания в городе Батак было невероятно жестоким. Как написал наш поэт Иван Вазов, современник событий, даже пирамида Хеопса была бы мала для памятника Батаку. Без Батака не было бы свободной Болгарии. На этой картине художника Саши Рачева жители Батака благодарят освободителей. Мало кто знает, что одного из спасенных, 6-летнего сироту Дмитрия Чучугина, на картине он спиной к нам, на руках солдата, русский офицер вывез в Петербург. Мальчик вырос и стал моряком. После Октябрьской революции участвовал в организации ледокольной службы в бассейне Северного Ледовитого океана. Он умер во время ленинградской блокады, потому что свой хлебный паек отдавал дочери и внуку. Церковь Святой Недели в Батаке сохранилась до наших дней. Сейчас в ней музей, а вот у храма усыпальницы русских воинов в турецком Сан-Стефано, который в 1898 году торжественно открыли в присутствии монарших особ, совсем другая судьба. В 1914 году началась Первая мировая. Для поднятия боевого духа перед очередной войной Османской империи с Россией турки снесли памятник. Уничтожение должно было быть показательным. То есть специально были обучены турецкие инженеры, механики. Их обучили иностранцы снимать кино.
И так получилось, что первый документальный фильм в истории Турции называется «Снос русского памятника в Сан-Стефано». Варварски он был взорван буквально до основания, и на обломках был установлен флаг Османской империи. К сожалению, эта пленка до нашего времени не дошла, но во всех учебниках, и турецких, и европейских, указана именно эта лента как то, с чего пошло турецкое кино. Сегодня этот храм можно увидеть только на картинках. Напоминают о нем и эти акварели в музее. Но хотя и прошло более 100 лет с его сноса, ставить точку в этой истории рано. Захоронения, они так и остались. Недалеко построен аэропорт, вот, но непосредственно на месте, где стоял храм, остался пустырь, и есть какие-то подвижки вот со стороны нашей православной церкви о каком-то установке памятника, мемориала, потому что, в общем-то, все кости русских солдат там. Так они там и остались. Эту новость газета «Хюриет» опубликовала в апреле 2016 года. Комиссия по национальной обороне парламента Турции согласилась на восстановление в стамбульском районе Ешелькёй, бывшей Сан-Стефано, храма-памятника русским воинам, погибшим во время войны 1877-1878 годов. Значит, оживет еще одна малоизвестная страница истории. Еще 10 лет назад история Зачатьевского женского монастыря была окутана легендами и предположениями. А сегодня даже трудно представить, что в этих древних стенах находится одно из самых современных музейных пространств. И главное, именно на опыте этого монастыря стало понятно, как может и должна существовать археология в современной культуре. В конце 16 века на этом месте был устроен женский Зачатьевский монастырь, который основали царь Федор Иоаннович и его жена Ирина Годунова, чтобы обратиться к Божьей помощи в неспослании им жизнеспособного наследника. В 1934 году соборный комплекс был взорван, а монастырь закрыт. На этом месте построили одну из самых больших школ в Москве. В 90-х годах 20 века территорию передали церкви и разрешили строительство собора. Археологам удалось не только заглянуть в историю Зачатьевского монастыря и более ранней Алексеевской обители, но и вдохнуть новую жизнь в уникальный памятник. Удалось создать новый объект, если хотите, культурного наследия, и одновременно новый арт-объект. Понятно, что мы не получаем наших памятников в древности, существовавших, потом разрушенных, не только в советскую эпоху, и раньше они разрушались. Мы не получаем их в той цельности, в какой они когда-то существовали. Это какие-то фрагменты. Для того, чтобы ими пользоваться, да, и сохранять их для будущих поколений, нужно применить методы современного художественного проектирования. Вот вокруг меня эти самые арт-объекты. Это фундаменты соборов, которые существовали на территории монастыря с XVI века до разрушения соборного комплекса, а тут разного времени куски, это действительно подлинное. И подлинность здесь очень важна, конечно. Тут все сохранено на тех уровнях, на которых оно лежало. То есть тут ничего не подвинуто, ничего не отломано, понимаете, ничего не добавлено, что может быть еще важнее иногда. Это фундамент взорванного собора, построенного в конце 18-го, начало 19 века архитекторами Казаковыми. До сих пор доподлинно неизвестно, кто именно построил собор – знаменитый Матвей Казаков и его сын или его ученик и однофамилец Родион Казаков. В любом случае, они были первоклассными архитекторами. Это замечательно выполненная кирпичная кладка на очень прочном известковом растворе. Если представить себе, что собор не сносится, то он простоял бы столетия и столетия, вне всякого сомнения. Вы видите, что фундамент очень глубокий, он где-то около 2,5 метра. Интересно, что ниже всех, это видно по подиумам, стоит храм 18 века. А эта кладка 16 века. Она значительно выше, поскольку в то время фундамент не делали очень глубоким. Этот собор строил еще Алевиз Фрязин, новый, при Василии III.
Мне очень нравится то, что получилось, потому что это очень живое, очень естественное, очень случайное, если хотите. Вот это остановившееся, окаменевшее мгновение, напоминающее нам о гравюрах Пиранезия с какими-то лестницами, уходящими в никуда и спускающимися ниоткуда. Тут ходишь как по каменному лесу. Поэтому мне кажется, что это главное достижение. Хотя здесь целый музей. В этом музее представлены не просто экспонаты. Это страницы истории обители. Вот то, что было найдено в кельях. Наборы кувшинов разных размеров, в которых хранились зерно, масло, возможно, мед. Это свидетельство истории еще старого Алексеевского монастыря. Археологам удалось обнаружить целые улицы келий. Самые древние были почему-то оставлены монахинями и засыпаны, а уже более новые сгорели, скорее всего, в 1571 году во время нашествия крымских татар. И стало ясно, глядя на эту посуду, на монеты, что в 15-16 веках это был богатый монастырь. На это указывает и каменная трапезная середины 16 века с подвальным этажом. Этот музей представляет не только историю обители, но и связь ее с сегодняшним днем. Как древние объекты превращаются в современную культуру? Как они в нее входят? Потому что сама модель, по которой поставлен новый собор, она зависела во многом от археологии. По правилам, новый собор должен был быть копией старого разрушенного. Начались споры. Старый собор хорошо был известен по фотографиям. Конечно, его уже мало кто помнил, но стояла задача восстановить разрушенное. И тут возникло два серьезных возражения. Во-первых, старый собор был бы мал новой обители. Она стала ставропигиальной, то есть подчиненной самому патриарху. А во-вторых, собор, построенный Казаковым, был создан в псевдоготическом стиле. С их точки зрения был древнерусским. Нам сегодня это трудно себе представить, потому что архитектура абсолютно не такая. Но поскольку для них символом Средневековья являлся, ну, если хотите, Вальтер Скотт с вальтерскотовщиной, с большим количеством готического элемента, то готика представлялась им средневековым, а следовательно, древнерусским стилем. Несомненно, более русским или древнерусским был первый собор, построенный здесь еще Алевизом. К счастью, внимание к истории, уже свойственное рубежу 18 и 19 веков, подвигло архитекторов к тому, чтобы сохранить остатки древних стен. Казаковы специально сохранили алтарную часть алтарной части собора 16 века. Они обошли своей апсидой эту часть, и она благодаря этому сохранилась. Она как бы такой стала тоже реликвии внутри их апсиды. И новый собор имеет прямую связь тоже с ней. Современный главный престол, он основан на столпе, который основывается, в свою очередь, на столпе казаковском, который стоит посередине алтаря 16 века. Вот. Так что, видите, здесь есть своя и историческая преемственность, и архитектурная, просто физическая, так сказать, да. И когда вот эти открылись наши фундаменты, открылась древняя история монастыря, стало ясно, что это стоит того, чтобы эти фундаменты сохранить, не заливать их в новые бетонные основы для какого-то муляжного вот храма, какой-то копии, а создать, наоборот, новое, совершенно новое современное пространство, в котором будут выявлены эти древние корни. А над этим пространством, на специальной инженерной плите, огромный новый собор, и возник новый объект. И искусство в каком-то смысле, но прежде всего новый объект охраны культурного наследия. Так, сохраняя и восстанавливая старое, можно создавать новую историю.